Нет, лет... Ну, меньше 10 мне было лет. У меня батя тогда уже ливнул с семьи. И мы ездили на море, что-то я плюс моя мать, плюс мать друга и друг. И, блядь, какой-то ебаный нахуй. Мы вроде были в Египте. И какой-то турок запал на мою маму, что-то такое, блядь. Позвал ее на свидание, нахуй, вечером. И она ушла. А я сидел у окна, нахуй, и ждал, когда она вернется, блядь. Прошло 4 часа, я ей звоню, она не отвечает. Я расплакался, нахуй, по-моему. Это я точно помню, было такое.